Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео сериал My Little Pony, вторая часть, продолжение второй серии. Давайте начинать. Доченька. Знаешь, вот мы сейчас купили вещички, я их положила в машинку. Зачем? Ну, как бы тебе сказать... А мы переезжаем. Что? Переезжаем? Это же ужас! Не хочу переезжать со своего дома родного. Так, не надо тут нюни свои распускать. Мы переезжаем в замок. Угадай, в какой город? Без понятий. Город Хрустальная Империя. Ура! Хрустальная Империя, обожаю этот город, самый крутой город! Стой, как приезжаем, подожди. На все вещи. Так вот, посмотри назад. Не, ну это хорошо, но друзей-то как я позову? У меня сегодня день рождения. Ну, понимаешь, придется отменить день рождения. Ну, это я уже поняла, а с, как сказать, почему мы уезжаем, переезжаем? Ну, во-первых, у нас маленькая была там квартирка, все это двухкомнатная, у нас еще и кошка, и ты, я. Еще я тебе хотела сказать, что у тебя скоро родится сестренка. Сестренка, круто! Это уже круто! Да, наверное, через месяц где-то, поэтому я пока не советую тебе, друзей. Приглашать. Почему? Потому что у нас сестренка родится? Нет. Ведь пока мы в доме привыкнем там все к нему, пока все разместим там. А, ну понимаю. Ну ладно, пойдем в машину, доченька, загружать вещи и поехали! Поехали! Ну все, мы готовы, поехали! Вот он! Замок, в котором мы будем жить. Этот замок. Круто. Но пойдем размещаться. Ой, что-то упало. Что упало? Неважно, комод мой упал. Мой комод упал. Неважно. Ладно, размещаться теперь. Ну вот, доченька, посмотри, какой хороший замок внутри. Ну да, такой хорошенький, да. Вещи мы и новые купили, и старые. Да, здесь, в принципе, хорошо, но лишь один вопрос. Да, доченька, как мои друзья приедут сюда ко мне на день рождения, а? Вот скажи мне, а, мам? Ну, надо немножко подождать. Ну, мы не сразу позовем твоих друзей, уж точно через месяц. Ну, мам, мы уже все сделали. Ну, знаешь почему? Да. Да, мама. Потому что мы еще не совсем к нему привыкли. Мы еще сами не знаем, где что. Надо освоиться. Понимаешь, освоиться. Понимаю. Ну, ладно, пойдем посмотрим, где я буду жить. На верхнем этаже. На верхнем. Видок нормальный. Девочки, а вам как? Ну, в принципе, нормально. А тебе, Элизабет? Ну, нормально, да. Так, девочки, будьте здесь, я пойду прогуляюсь. Мам, ты куда? Пойду на балкон. Та-дам. Вау. Здесь круто. Муся, тебе мои кисти нравятся здесь? Мяу. Нет? Не пойму я ее. Красивый вход. Красивый комодик. Мамино платье всякие. Расчески. Фотографии папы с мамой. Потом всякие сережки, короны. Вон там наверху моя комната будет. Ну или игровая, я не знаю. Пойдем посмотрим, что внизу. Так, внизу тут вещички всякие. Мамин трон. И для моей сестры, наверное, будущей. Я не знаю.
Я не знаю. Так, ну ладненько. Честно, когда же ко мне придут мои подружечки? Так, что? Ой! Ой, а что? Подождите-ка, подождите-ка. Трон тоже хрустальный? Ничего себе. Тут все хрустальное. Так. Ну ладно. Жду, когда у меня родится сестренка, и ко мне все придут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Та-та-та-та-та-та-там. На-на-на-на-нам. Доча, да, мамуль? Посмотри, вот твоя сестренка. Какая милашечка она. Как же ее зовут? Флёри Харт. Флёри. Да, Флёри Харт. Красивое имечко. Какая хорошая. Ой, тя-тя-тя-тя-мя-мя. А кто это такая? Мамочка, кто это такая? Это твоя сестренка. Рарити. Рарити? Привет, Рарити. А, привет. Ой, ты где? А, так, я улетела. Я летать могу? То есть ты Пегас? Я не Пегас. Я и Пегас, и единорог. Подожди, ты Аликорн? Я Аликорн. Да, Аликорн она. Это хорошо. Ладно, готовься, сейчас ко мне придут гости. А почему придут гости? Потому что у меня был день рождения, они сейчас придут. Это хорошо. Да. Так, сейчас придут. О, у вас что, Коська есть? Да. Плютя, ай, да что, я пятью точно, вечно. Ладно, мам, когда они придут? Сейчас. Жду, не дождусь. Так, девочки, проходите, проходите. Вау, Рарити, у тебя здесь клёво. Хороший замок. Ой, спасибо, Эпплджек. Я даже не знаю, что на это ответить. Так, ну ладно, девочки, вот, вставайте за стол. Сейчас мама вроде что-то там нам угощение какое-то принесет. А, кстати, Рарити, пока не забыла. Вот, с днем рождения тебя. Это тебе подарок. Ой, спасибо. Бантик модный, самый модный бантик. О, спасибо, Эпплджек. А, тебя целый месяц не было в школе. Ты что, в другую пойдешь? Нет, просто мама говорила, пока в школу не ходить, но я буду в нашу же ходить. Фу, это хорошо. Да, знаю. Так, девочки. А, вы тоже вставайте за стол. Да, мы тоже хотели тебе кое-что подарить, смотри. С днем рождения, Рарити. Это тебе куколка. Ее зовут Жасмин. О, спасибо. Я тоже о ней мечтала. Я люблю. Ой, я люблю игрушки. Да, я знаю. А это тебе от меня, ты знаешь. Мы соучасто видимся. Это тебе пони. Радуга, с днем рождения, Рарити. Ой, спасибо, девочки. Ну что же мы стоим? Что же мы стоим? Давайте за стол встаем. Я здесь буду. Вот. Хорошо, я тут тогда. А я тут. А я вот тут. Можно я пока игрушку-то уберу? Хорошо. Так. Мама, ты несешь? Да, сейчас. Я вам несу угощение. Вот. Секундочку, секундочку. Так. Доченька. Ой. Так, пока вставать сюда, сюда. Доченька, как ты знаешь, у тебя был день рождения, и я тебе вручаю этот торт. Вот, кушайте, девочки, это тортик. Вау, как я и хотела. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, Рарити, поздравляю тебя. Вау, спасибо, мама. Ты даже подсветку включила. Да, вот, кушайте. Тортик. А что это такое подсветка? О, это вот, смотрите. Вау, крутые звёздочки. Ладно, девочки, кушайте, а я пойду пока с Флёри Харт там побуду. Дайте. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням.
Все, мы скушали. Молодцы, девочки. Вы не хотите выйти на улицу, там поиграть с пони, вот твоими? Давай, мама. Они здесь? Да. Сейчас как раз еще с новыми игрушками поиграю. Я вам каждый дам по игрушке. Хорошо. Ладно, давайте пошли. У-у-у, круто играем, да? Да. И всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.